Знакомься, это Сокол, мой друг, я тебе рассказывал. А вы, простите, новый официант? Татушчик. Бомбически позируя обнаженным. Каких топор ФСБ занимаются поимкой беглого уголовника? Ты на ментов работаешь? Ну, типа того. Здравия желаю, товарищ генерал. Ты развязал войну с надежным дилером, который берет 20% товара. Это не война, это переговоры. Немало я хочу в дело. Влад, он точно крыса. Ты говорил, никому нельзя верить. Почему ему веришь? А кто сказал, что я ему верю? Если его подослали, я хочу знать, кто. Закрыл глаза, и тебя трахнули! А дальше нужно оружие. На что он пошел ради нас? В какую тему вписался? Не надо никого спасать. Мы же оружие не тот. Офигеть! Красиво летит. Упс. Офис застрахован? Нет. Надо было страховать. Всегда есть кто-то, кому нужна твоя помощь. Это мажор. Это он хочет от меня избавиться. Красный БМВ, прижмите скобочек. А ты знаешь, сколько парковка стоит? Сорян, пробки. Че? Черт. Бум! Это не смешно. По-моему, смешно.